какое наименьшее число полей вы можете на шахматной доске закрасить, чтобы в каждом уголке было по крайней мере одно закрашенное поле? Мне надо обязательно будет взять 32 клетки. Правильно, почему? Потому что на доске 2 на 2 минимально можно взять 2 клетки. Мы обязаны брать 2 клетки на доске 2 на 2, да. А их 16, значит, надо будет взять всего лишь только 32 клетки. Правильно. Ну, на самом деле, если посмотреть, то это и предыдущие задачи, в общем, очень-очень-очень похожи, правда? Да. На самом деле, это об одном и том же.